мы являемся площадкой, на которой в Академии реализуются все основные социальные и гуманитарные программы. У нас есть также программы по управлению, и в этом смысле наша особенность – это сочетание фундаментального образования по гуманитарным и социальным дисциплинам с образованием прикладным. Как это реализуется, я сейчас расскажу, чтобы вы понимали. Есть институты и факультеты, которые дают более узкую специализацию. Мы стремимся, чтобы все наши выпускники, независимо от того, кем они собрались стать, менеджерами или специалистами по рекламе или журналистами, чтобы они получали вначале фундаментальное, базовое гуманитарное образование. Мы верим в то, что нет ничего более прикладного, чем хорошее гуманитарное образование. Особенно в современном меняющемся мире, мире, который меняется очень быстро, меняется непредсказуемо. Многие навыки, такие конкретные, узкие, которые мы можем как профессионалы передать сегодня нашим студентам, да, нашим первокурсникам, второкурсникам, они гарантированно устарели, просто потому что поменяется рынок труда. И каким будет рынок труда в мире и в России через 10-15 лет, когда вам придется там активно работать? Ну, существуют разные прогнозы, но наверняка, да, гарантированно никто сегодня сказать не может. И мы считаем, что главный вызов, который перед нами стоит, это дать вам такое образование, которое позволит вам быть успешными, независимо от того, какие изменения будут на этом рынке происходить, и какие будут изменения в ваших планах происходить. Потому, а ваши планы будут гарантированно меняться. И те профессии, которые вы мечтаете сегодня, наверняка вы будете корректировать свою карьеру внутри даже этих профессий, а многие из вас, это тоже гарантированно, свои профессии в течение жизни будут менять. Многие даже не один раз. Вот мы стремимся вас подготовить в том числе к этим изменениям. В Институте общественных наук мы предлагаем на данный момент 19 бакалаврских программ. Если, надо сказать, вы еще не поступаете не в следующем году, то к моменту вашего поступления точно будет больше, мы очень активно развиваемся. Есть целый ряд программ магистратуры, в том числе есть 5, а может быть сейчас уже даже чуть больше, магистратур на английском языке. У нас есть несколько программ аспирантуры, докторантуры. Короче говоря, с нами действительно можно прожить почти всю жизнь. Большая часть наших бакалавриатов, не все, но почти все, большая часть, объединены в особый факультет, который называется, по-английски мы его называем, Liberal Arts College. Соответственно, мы предлагаем сейчас 12 мейджоров. Я могу сейчас только сказать, что у нас есть два блока мейджоров. Один совсем прикладной, это реклама в связи с общественностью, менеджмент, публичная политика, есть у нас такой вот управленческий мейджор, журналистика. И есть блок более академичных, таких более исследовательских, что ли, мейджоров, история, филология, мировая политика, психология. Это наша политика. Мы предлагаем очень широкий набор специальностей. Поскольку эти специальности объединены в колледж Liberal Arts, вы можете корректировать свой выбор. Да, поступить на первый курс, например, на менеджмент, и поняв, что на самом деле вы хотели заниматься чем-то другим, вы можете безболезненно перейти на другой. Поскольку программа первого года одинаковая, то ничего пересдавать в этот момент не нужно. И это не зависит от того, какие экзамены вы сдавали на входе. Многие студенты этот выбор корректируют. Не только потому, что вы становитесь старше, узнаете что-то новое, мы обязательно рассказываем нашим студентам про все эти направления. И на наш взгляд, вообще искусство выбирать то, что нужно вам на самом деле, это может быть главный и ценный навык современного человека, может быть иногда более важный, чем какие-то конкретные навыки, дисциплины. Колледж Liberal Arts организована тьюторская служба. Тьюторы – это преподаватели или сотрудники, которые работают со студентами или в малых группах, или часто индивидуально. То есть есть возможность индивидуальной консультации, и тьюторы как раз помогают студентам простроить индивидуальную траекторию своего образования, да, начиная с выбора менеджера, потом выбора майнера, потом выбора магистратуры. Это тоже вопрос очень важный. И за счет этих точек выбора, за счет вот этих поворотов на пути к образованию, да, можно составить свою индивидуальную уникальную траекторию. Очень активная академическая мобильность, то есть наши студенты очень много ездят. Ездят не только по России, но наши студенты много ездят по миру. И каждая наша программа имеет своих партнеров, даже не одного, более чем одного партнера. И студенты ездят туда на летние школы, на стажировки. Иногда просто учить язык, но на старших курсах мы стараемся, чтобы это были длительные стажировки под профессии или под написание диплома. А наша международность не только в этом, у нас учатся довольно много иностранных студентов, как на русском языке, так и на программах.
которые ведутся на английском. У нас есть бакалавриат на английском языке, я уже сказал об этом, он называется Global Governance and Leadership, то есть тоже такая вот программа, связанная с государственным управлением в международном контексте, она идет полностью на английском языке. Кроме того, у нас есть программы двойного диплома. Несколько наших программ – это мировая программа по мировой политике, программа по социологии и менеджменту креативных индустрий. Они валидированы университетом Манчестера в Великобритании, очень престижный университет. Мы подаем свой диплом и диплом Манчестерского университета. И программа коучинг и консультирование психологическое, она делается совместно с университетом Ковентри в Великобритании. Ну и напоследок, наверное, то, чем мы так гордимся прямо сегодня, по итогам наборной кампании этого года, бакалаврской наборной кампании, мы на первом месте в Академии, студенты наши голосуют, конечно, своим временем, своими талантами за программы, которые интересны, и мы очень гордимся тем, что нам пришло так много студентов. Спасибо вам огромное, надеюсь у вас увидеть среди наших студентов.